Как одна из крупнейших и продвинутых технологических компаний России, компания Mail.ru Group испытывает острую нехватку квалифицированных специалистов, особенно в области IT. Для нас это и ключевой актив, и ключевой фактор успеха для того, чтобы продолжать так же быстро расти, развиваться, внедрять инновации и достигать устойчивого роста. Стратегия компании сфокусирована на разработке мобильных продуктов и услуг. И именно поэтому специалисты в мобильной разработке нам очень-очень нужны. Мы открыли программу Technotrack, где мы обучаем ребят мобильной разработке на Андроиде. И физтех был выбран не случайно. МФТИ – это очень известный институт. С самого начала был установлен специальный режим обучения, не характерный для России, когда студенты на старших курсах делали свои научные работы и обучались, как мы говорим, в базовых организациях. Наша задача вот собрать самых талантливых ребят со всей страны, а таланты, они рассыпаны как золото. Любой талантливый ребенок должен, вне зависимости от толщины кошелька своих родителей, занять лидирующие позиции в той или другой отрасли. Это гарантированное будущее. Technotrack – это проект, который дает дополнительное образование в области IT. Это двухгодичная программа для студентов, которая как раз позволяет пройти все необходимые дисциплины. Веб-разработку, Java-разработку, непосредственно разработку под Android, ну и, конечно же, проектирование интерфейсов, тестирование безопасности и базы данных. И в конце реализовать свое мобильное приложение, которое является выпускным проектом для студентов. Занятия проходят на физтехе, и у студентов есть возможность заниматься мобильной разработкой. Программа очень насыщенная, она крайне сложная, она требует около 20 часов в неделю. И больше половины тех, кто пришли на эти занятия, справляются с ней и переходят из семестра в семестр. И после этого мы надеемся, что это будут люди, которые в любую компанию мира могут устроиться как мобильные разработчики. Учебные программы постоянно совершенствуются. Сейчас в проекте 13 дисциплин, и я уверена, что с каждым семестром их будет становиться все больше. И каждый из желающих сможет прийти на проект, получить знания и потом прийти на стажировку в компанию. Стажировка – это полноценная работа, которая составляет 20 часов в неделю и позволяет студенту совмещать работу и учебу. И каждый из тех, кто поступил на проект, имеет возможность выбрать вакансию, откликнуться на нее, пройти собеседование и прийти на работу в компанию. Конечно же, Technotrack нужен, и проект очень крутой. Если бы я сейчас учился в институте, я бы обязательно за это зацепился, потому что он связывает как раз базовые знания, именно такие теоретические, фундаментальные, с конкретными рабочими задачами, чего невозможно найти в сфере образования. Я надеюсь вскоре встретить вас в стенах нашей компании.